Марина Васильевна, юбочку пониже. Опять в мини пришли. Рано человек, ты не понимаешь, да? Здесь только один все, Игнат Ильич. Все? А? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя имени Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Ты единый человеколюбец и долготерпеливый, терпишь нас. Прибудь с нами, благослови наше собрание, чтобы мы пребывали всегда в истине Твоей, и смогли истину Твою донести людям, не знающим ее. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Тут у нас скамейка правая, прям совсем пустая. Ну да, молодец. Ты будь начинателем дополнения этой. Ты заполнила. Наверное, здесь должны быть болящие. Но радуюсь глаз, вот смотрю на тот стол. Президиум-то полный, братья-то прямо прибыло сегодня. Слава Богу, аллилуйя. Брат Севастьян хворает. Вчера была смс-ка от него, так что молитесь о нем. Простыл? Вероятно. Да, он простыл, я в пятницу увидел, он сильно кашлял и выглядел не очень. Титани что-то нет. Тоже болеет. Татьяна Кузьминична хворает, да? Вот и некому рассказать о болящих. Ну, болящие – это наши все прежние, наши старицы, они лежат, которые... Что? Раиса Николаевна приболела. Раиса Николаевна, вчера она была на службе? Да, сегодня уже почти школа была. Ну, а болящих еще. Сергия, брата Сергия из Воронежа, всегда помните, несите на руках молитвы. И его маму, Татьяну. Это просто нужно один раз увидеть, какие муки, какие страдания переносит человек уже 14 лет, и мама рядом с ним. Так что молитесь о нем и о маме его. Да поможет им Господь. А тут только скамейку прижали, не знаю как. Не знаю, нет, уже сейчас какой чай. На книге стоит чай. Краткое слово. Благодарю всех братьев и сестер за молитвенную поддержку. Но я думаю, многие знают, о чем идет речь. Вот для меня маленькое открытие было, когда знаешь, что тебе молится, а вот знаете, когда в тяжелые времена проявляется, когда чувствуешь многочисленную молитвенную ручную поддержку, прям вот много, вот это меня очень удивило, потому что, ну как бы знаешь, что молится и все, а здесь прям вот как на крыльях. Вот, слава Богу, что у нас есть члены общины, у которых вера выражена. В выполнении заповедей Божьих, двух, точнее в одной, в которой законы пророки, слава Богу, благодарен очень сердечно.
Для меня тоже одно небольшое, второе открытие было. Столкнулся с тем, что за 20 лет, 25 лет после крещения уже сталкивался с всякого рода сектантами. И уже знаешь, как они себя ведут. И сейчас вот последнее время новое появление. Столкнулся с пациентом тоже в нашей палате был, молодой, 35 лет. Помолиться о нем надо. Парень разумеющий. Так сказать, он был крещенный в московском патриархате. Но Христа встретил уже в сознательном возрасте. И он ушел от харизмата, сейчас у баптистов. Вот. Ну, естественно, отсюда и его мысли, образ. Вот. В один день мы с ним прям столкнулись на духовном, так сказать, поприще. И много было слов, много разговоров. И я понял, что все это бесполезно, надо говорить предметно. Я начал готовиться, попросил книгу «Второй том», где основные вещи по поводу разговора с сектантами. Вот. У меня не было два экземпляра по открытым окам, а двух не было, потому что раздал братьям и сестрам, которые серьезно занимались проповедью и работой с людьми. И я их отдал как бы. Ну и один раз Игнатий Тихонович просил, не хватало, так же отдал. Так, кстати, мне вот оказался без одного. Виктор Андреевич принес мне книгу, благодаря Игнатию Тихоновичу, так сказать, решим вопросы по... И второй том, значит, для себя составил кратенький, серьезный план. О чем речь? Значит, кратко. Естественно, баптисты, новое появилось, что не нужно крещение, это обрядовая сторона. То есть, это я прям вывел его, говорю, точно, скажи мысль. Ну, это желательно, но не обязательно. То есть, это обряд. Я говорю, это вот твое понимание, он говорит, да, это так. Детей не надо крестить и отношение к священству. Я составил огромный список. В разговоре вначале было, пошли от момента Иоанна Крестителя, и я выписку сделал, это помните, наверное, где задал ему вопрос, а было ли поведение Иоанна Крестителя крестить? И, так сказать, привел стихи для себя, составил список. Потом говорю, а когда Христос крестился, как это было? Картинку нарисовали мы, обговорили. Много было слов. И когда он открыл, Библия вся исчеркана у него маркером. То есть, видно, человек работает. Но мне не понравилось, я попробовал сказать, что так нельзя относиться. Но он говорит, это рабочая моя Библия, и там вся исписана. Вроде как знает. Сказал, что ты заблуждаешься на меня. Я говорю, я не могу заблуждаться. Я могу заблуждаться многократно, но церковь наша не может, потому что евангелисты, пророки, учителя и от первого века. А у вас, говорю, что? И он опирается на последних, ну, видимо, 20, 21 век. Это последнее, кажется, Джон какой-то, Креймер, ну, там какой-то, не Смит, нет, другой называют, последний новый. Нет, Смит он... Да, какое откровение было для меня? А то, что как сейчас они ведут в отношении изменения догматических новых переводов Библии. Раньше они бились с нами, мы их вызывали на бой, если помните, да, разговоры открытые, как сейчас они. И, значит, привожу ему буквально, говорю, открывай Библию. Он открывает Библию, и я ему привожу основной стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не родится от воды и духа, не найдется Царство Божие. Он его прочитал дважды, замолчал, долго читал, долго искал свои толкования. И говорит, а здесь не об этом речь, здесь идет об огненном очищение, я говорю, да, это вторая половина от воды и духа, тут ты прав, а от воды. Он замолчал, говорит, я не буду спорить, и прекратил разговор. То есть они сейчас делают вот так вот. Ну, может быть, это он, то есть просто не спорит и все. Раньше бы он бился, поднимал меч там, а сейчас просто раз уходит, то есть у него есть свое, он как бы уперся на это, и все, и прекратилось. Я думаю, не буду, и не надо мне было этого списка подготовленного, то есть один стих, который решил все. Как бы помолиться о нем. Он думающий парень, так сказать, такой живой. Вот, Саша Александр, о нем помолитесь. Я думаю, он дойдет до этого и откроется ему. Дал, значит, ему визитки, раздал всем нашим визитки. Виктор Андреевич еще принес эти наши. По сайту они посмотрят. Ну, шутки были, значит, они поняли, что он баптист, там человек-афганец, 72 года, старик, так сказать, боевой такой мужчина. Ну и там мы кефир, так сказать, разливаем свой, потому что не выпьешь, много все тащат, закормили нас. Но он говорит, так, баптистский мне не нужен, православный наливает. Он засмеялся, ну что ж вы так, ну пошутили, конечно, все это. Так что поклон вам всем, слава Богу, все, жив-здоров, почки чистые.
Ну вот Виктор Андреевич так на меня цыкнул, я согласился, послушал его, и вот думаю, у меня еще есть какое-то время пожить. Да. Лучше, конечно, к ним не попадать. Брат, ну помни, что мы молились-то, почему, как бы, с каким условием? Чтобы ты посещал субботу и воскресенье богослужение. Есть возможность, то буду посещать и субботу. Да, по первой возможности. Еще о болящих. Вчера звонит мне Надя Суханова. Помните эту сестру? Да, конечно. Вот, значит, она позвонила через Татьяну Кузьминичну, уже, наверное, болевшую. Нашла мой телефон новый, позвонила мне и говорит, попросила молиться. Молиться о своем зяте. То есть ее родного брата, зять, ну ее тоже зять получается. Верующий человек из Белокурихи, посещает храм постоянно всей семьей. Ситуация такая. Заболел остро, возник перитонит после того, как аппендикс прорвался. Брюшную полость, возникло воспаление брюшины, отсюда сепсис, то есть заражение крови, двусторонняя пневмония, там тяжеленный. Вывезли его оттуда по санавиации в нашу краевую больницу, лежит в реанимации. Вот она просила призвать священника, чтобы он его исповедовал и причастил, там вот если возможно, такая вот ситуация. Но вот просила о нем молиться. По-моему, Алексей, 28 лет всего. Жена у него вот буквально не сегодня, завтра родит. Такая вот ситуация. Так что, ну, кто расположен, молитесь, чтобы Господь помог ей, этому рабу. Вот, еще о болящих. О болящих сказали, но я благодарю вас, братья и сестры. Сам еще брат Никита скажет, наверное. Благодарю за то, что вы молились, что Господь его возвратил в здравие душевное и телесное. Всех благодарю за молитву. Все было успешно, без происшествий. Командировка немного затянулась, дольше, чем я рассчитывал, но все благополучно прошло. Благодарю всех. Ну, расскажи там, как комплекс этот. Ты его видишь вообще или нет? Секрет. Ну да, то есть как вам объяснить? Это долгострой, в принципе, наверняка будет, потому как объектов много и этапов строительства много. То есть, в принципе, сейчас только первый этап заканчивается, а их там порядка трех этапов. А вот туда вот эту, только одну ракету запустили, да? Пока да, пока пускали только одну. Ну, она назад не упала? Пока в приеме обратно ступени ракет преуспели же американцы. Ступеней просто, да? Да. Сами ракеты не падают. Надо ж так. Хорошо. Спасибо Христос, братья и сестры. Вот у нас брат на космодроме прям работает. Строит его. Ты-то строишь по-настоящему, не без обману? Ничего вы там не сидите просто где-то в землянках каких-то? Нет? Строите, да? Ну, моя работа заключается в том, что я непосредственно работаю с заказчиком и генподрядчиком. То есть я передаю документы приемо-сдаточные. Подтверждаю объем выполнения, ну и так далее. То есть пересчитываешь, что ли? Ну да, подтверждаю объем. Ничего себе. Ты же молодой вроде такой, ну же. Так еще у кого есть? Я ему это про болящий. Да. Я как бы сам сказать, болящий. Непонятно, что там болящий. В общем, Виктор Андреевич, он этот как волшебник какой-то. Ну вот. Как чудотворец какой-то. Остановись, брат, остановись. Я ему говорю, у меня что-то колено, говорю, побаливает. Он меня завел в краевую больницу. И уже на следующий день диагноз вынесли мне. Говорит, ладно, операцию делать тебе не будем, говорит, попробуем колено тебе вылечить. Консилиум собрали, сказали, пусть живет, не будем лечить. Но, не будем резать. А до этого было только вроде как оперативное вмешательство. Здесь пожалели. Но я думаю, что все это по молитвам, потому что вот эту операцию, которую в 2002 мне сделали, это тоже с коленом она связана. Я пошел с коленом, а сделали на вены операцию. А теперь это облегчение дало ногам и... Этот гартроз, вот это, ну, артроз этот самый, он это, замедлился, и оказалось не четвертая стадия, которая операбельная, это, а всего лишь со второй на третью. Но будем думать, что что-то будет. Помолитесь, пожалуйста, ну, как бы, чтобы облегчение было, глядишь, и это, для пророчества. На 20 февраля госпитализация в краевую больницу. Да. Всем, что еще?
А что там, брат? Не волнуйся. Я в костюме. Просто Виктор Андреевич там рядом присутствовал, когда мне это все выносили, вердикт. Ну, а мне интересно было, когда он меня проводит везде, и везде подводит, так, раздевайся, переодевайся. Ну, как маленький я. Я думаю, ну все буду делать, я попал в больницу, все делаю. А назад один я выходил, выхожу, а это, которая выдает одежду, гардеробщица, увидала меня такая, о, да идите сюда. Я подхожу, она мне куртку выдает и такая, а вы знаете, что ваш врач, он такой хороший, мы его так все любим. Я говорю, а мой врач, это имейте в виду, с которым я подходил? Виктор Андреевич, она, Виктор Андреевич, вы знаете, он такой прям, как мы его все любим. Я говорю, вы знаете, сколько за него народу молится в этот момент? Во, вот она, это главное. Она, мы молимся, и мы молимся. Так что, я не знаю, Виктор Андреевич, что там сделал такого в больнице. Вот его помню. Еще, братья и сестры, у кого есть помнить. Слово? Ну что, все поблагодарились уже, да? Ну, молимся за болящих наших, чтобы Господь дал силы тем, кто уже не встает с одра болезни, кто еще способен приходить на службу, значит, чтобы поскорее наполнили наши ряды. Вот смотрите, какая радость, а? Все места заняты. Слава тебе, Господи, аллилуйя. Игнат Тихонович, сегодня другое еще какое-то событие у нас, да? Расскажите нам. Нет, давайте, рассказывайте. О сайте. Речь пойдет о сайте. Что такое сайт? В переводе на русский язык означает страница. Страница где? В интернете. Вот об этой странице в интернете, которая у нас наполнена богатым содержимым, духовным содержимым, и пойдет речь. У Бога все как в свое время, как пишет Екклесиаст, и окажется нужен. Сегодня кажется, а зачем? Когда начали проникать в космос, в Америке только что убили Мартина Кинга. Это один из хорошо известных в мире людей, боролся за мир. И напротив здания, и там снайпер засел, и когда он был на балконе, его застрелили. А он говорил... Прежде чем в космос лезть и там на Луне разбираться, то хорошо бы на Земле разобраться. Что первоочередная задача, конечно, то, что касается нас. И вот так Господь сделал, что мы родились в то время, когда появилось много нового. Изобретений-то было много всяких. Самое распространенное в мире изобретение, каждый хочет его иметь, это обыкновенный телефон. Независимо от того, это сегодня там на него там сделали и смотреть и прочее. Мне вот купил благодетель один, вот такой вот. И по нему звонят со всего мира. Вот ничего тут нету. Сейчас раз, звонок, из Америки беспокоят. Кто его создал, кто его изобрел, если кто не знает, запомните. Мартин Купер. Мартин. Он живой. И как эта история была, как изобретали, там другие все работали. Но он первый. А там большие организации работали над этим, исследовательские. И он вышел на мост, и им позвонил первым делом. Он говорит, откуда звонишь? Он говорит, с моста, проводов там нету. И я услышал, говорит, скрежет зубов. То есть это работает, и опоздали. В историю вошел он. И эта речь идет сегодня. Половина почти населения земного шара имеет, если по одному, а не по семь их иметь. Миллиарды. Но никто не знал, что дальше будет. А дальше в это время шло исследование, о котором мы даже не подозреваем. Слышали такого человека, Билл Гейтс? Да. Самый богатый в мире человек на сегодняшний день. Каждую, кажется, минуту у него 250 тысяч долларов. Он как раз во все эти программы, я, может, что-то неправильно говорю, Алексей, подправишь где? Вот они где делали? Говорит, в сарае изобретали, в сарае. Вообще места даже не было. И вот как человек пришел, это для сатаны, а это изобретение для сатаны. Люди придумывают, все говорят, а почему? Потому что будут штрих ставить,
Потому что будет 666 и трясутся над этим. Знаете, что нет ни одного изобретения в мире, которое бы сатана не использовал в своих целях. Есть, мне нравится выражение Мартина Лютера, это основатель начала протестантизма. Он говорит, в мире есть одна книга, Библия, и одна личность, Христос. Но мы можем не согласиться, почему одна книга, когда книг-то сколько, и произведение, это, сочинение Ленина, и слова, которые говорили святые, как Иоанн Златоуст. Но все идет оттуда. Соответствует книге только одна, Библия. Библиос переводится книги. Все. У другой название есть какое-то. Какой бы ни был, Джон Буньян пишет «Путешествие пилигрима», мы называем. А Библия никак. Holy Bible. Все, Святая Библия. А Библия, греческое слово, означает книги, библиотека. Корень-то у нас встречается, библиотекарь, кто хранитель книг, книгохранилище. Я все подхожу к интернету. Слово интернет, это международная сеть, нет, сеть. И оно больше всего подходит к Библии. Видите, у меня свои исследования идут. Почему сеть? Я скажу, ну разговариваю с коммунистами, скажите, ваш родоначальник Маркс, там Ленин, кто говорили, что у вас будет сеть какая-то? Нет. Я разговариваю с другими, с мусульманами. Нет, у нас этого нет, даже слова это не упоминается. Я говорю, у нас прямо Господь говорит, сделай ловцами. И будете ловить. Чем? Сетью. И видел рыбаки сетью. То есть интернет этот фактически только для нас. Какая книга? Библия, слово. Но... Я сказал, есть Христос, одна личность, Христос. Так никто больше соблазна в мире не сделал, как Христос. Вот запомните это. Ни через кого столько людей не погибло, как через Христа. Не спаслось, а погибло. Вам может странно это слышать, но это пророчество было сказано. Сей лежит на падении и на восстании многих. Симеон Богоприимец сказал. И дальше назван камень преткновения соблазна. Это не о Гитлере, не о Ленине сказано, не о Черчилле, не о Рузвельте, а о Христе. И мы должны с этим согласиться. А Библия породила на сегодняшний день такое разделение, да и сам Христос говорил, разделю в семье. Дети против отцов, сноха против будет идти, все друг против друга пойдут. Кто это посеял? Ни Гитлер, ни Сталин, ни Ленин, Христос. Но мы-то должны дальше до конца потом договорить. Так это, да, действительно, это здесь так и есть. Идите и будете ловцами рыбу ловили, сделал ловцами человека. Чем? Сеть. И за того, говорит, сеть плетется как? Двойная. Это первое, что? Чудеса Бог дал и пророчество. Все, вот две нитки поперек идут. И вы будете ловить. Вот эта сеть, это божественное изобретение. Это особая милость Божия, что изобретен этот телефон. Сколько людей спаслось, нету числа. Кто-то упал в яму, никакой связи нет, никто не знает, а телефон с собой брякнул, где там, да я вот шел по той улице, где-то тут, сразу его нашли. Не только его нашли, в море, кораблекрушение, СОС, это изобретение радио, Маркони, там, Попов, все, кто раньше изобрел. Но видеть, сегодня в Иерусалиме никакой нужды нет видеть. Сейчас только включил Пасху, и мы видим, как огни зажигаются, там этот благодатный огонь называемый, и что там делается, как вскрывает гробницу Господи, все видно. Ты не можешь задать сегодня ни одного вопроса, который бы не отвечал интернет. А какие вопросы? Ну как сделать атомную бомбу? Да страшно сказать. Свободно можешь брать. Вот. Я вот показал, смотрите, вот как. Как называется? Целлофан. Как называется? Коробочка. А в коробочке, как знаете, в сказке Кощеева смерть. Там где-то, знаете сказку-то как? Где-то там сундук зарытый под дубом, а его, когда ты откроешь, еще надо ключ найти, а из него выскочит заяц, убьешь зайца, утка вылетит. Если утку поймаешь, в ней яйцо, яйцо разобьешь, там иголка, а на конце Кощеева смерть на иголке. Вот сегодня что-то такое есть, много скрытого. И вот заметьте, шнур, теперь я показываю вот. А дальше математика начнется. Есть такая измерение единицы в интернете байт. Писать. Сколько она вмещает, я не знаю. Но это несколько буквок примерно. Ну, может быть, предложение, может, стать байт один.
Алексей, ты не скажешь? 8 бит. А? 8 бит. 1 байт, 8 бит. Ну, это может быть символ, знак. Один может символ, на знак. На 1 байт сколько это букв получается? Это может символ, символ. Один символ. Ну, дело в том, что мегабайт это 1000 байт. Правильно говорю? Да. Ну, 1000, я знаю сколько. 1 мегабайт это 1,2. Это вот эта книга вся туда входит. Запоминайте хорошо, молодежь. Это 1000 байт, подтвердил программист. Вот эта книга, сколько в ней, сколько здесь всего есть, это всего лишь мегабайт. Тогда были дискеты, их сейчас нету, даже вставлять некуда. В 1000 раз больше. И когда мне подарили 150 мегабайт, это мне казалось ужас, как большой, подарил Александр, Саша Загуляев. Алексеев племянник. Я внутренне радовался. Она маленькая, как щечевица такая, клизмочка небольшая была. Но оказалось, что это не все. Стали изобретать, умножили этот мегабайт в 1000 раз. И получился гигабайт. То есть, правильно? Гига. Гигабайт. Гигабайт. Ну, не так сказал. Вот. 1000. Но оказалось, гигабайт это невероятно много. А потом вдруг появились диски, продавали, много брали, 4,5 гигабайта. Это 4,5 тысячи книг, разных книг. До одной запятушки все там будет отмечено. Ошибка вообще невозможна. И вдруг появляется вот эта вот штука, терабайт. Тысяча гигабайтов. Вот я еще раз, 1000, так, там мы просчитали сколько, 1000 книг, умножить на 1000, миллион. Миллион книг вот этих, вот миллион, сегодня ни одна библиотека тут не имеет. Я не знаю, сколько в библиотеке Ленина и Британском музее. Сколько? Так сейчас еще это мало еще, измеряется терабайтами, несколько их. Так это невозможно. Мы только буквы пока считаем, а снимок занимает больше места. И оказалось, снимки можно снимать. Раньше мне нужно было снимать снимки. Иеромонах был на Фанаил, он с ним вытаскивал оттуда диск, сердцевину из процессора. И я нес ее там, снимали. Сейчас ничего не надо, в кармане. Терабайт. Миллион книг держу в кармане. И вот благодаря вот этому изобретению появились книги у меня. Это не одна, не две, а 38 томов. И ко мне подошел только один человек на занятиях, который понял, как я... Я понял, что он понял. Как это ценно при жизни увидеть детище. А многие писатели пишут, много лет потратил, писал, а теперь отдавать. Там набор по буквам набирали, и буквы-то такие еще, какие там свинцовые, где как. Я сам набираю все здесь, набор. Сам. И когда очередной том вышел, ко мне подходит Любовь Николаевна Потеева и говорит, я рада за вас, вы при жизни увидели плод своих трудов. Помнишь, нет? Да. Вот. Я понял, она понимает, как это дорого. Самому увидеть, я располагаю, какими буквами написать, какие фотографии, где сделать пробел, где увеличить, каким шрифтом. Здесь примерно 8 шрифтов разных. Раньше это вообще невозможно было. Но ладно, книгу я издал. Нашлись люди, помогли, выкупили. Ну и все на этом. Дальше-то где? Библиотека ни одна не берет. Ну, я знаю только две библиотеки. Здесь, да, в Бийске. В Бийск не поехал. А Барнаульская знать не знает. Мне надо было идти к самому и говорить. Вот это наша поездка и показала. Но поездка-то показала. Я распространил, отдал 600 библиотек бесплатным каждый экземпляр. Полный экземпляр наш стоит, ну, на сегодняшний день, 750 евро. Комплект. Комплект. 38 книг, 750 евро. Теперь умножьте на 1000. 750 тысяч евро, это уже сумма. Ну, мы подарили примерно 600 только там, и здесь около 150. Представьте, что у нас 80, чуть ли не 90% бесплатно ушло. Но это все, если бы не интернет, дальше-то никак не известно. Но вот теперь все это... Благодаря тому, что у нас было начитано раньше, на пленке, а интернет-то надо, чтобы оцифровать это все, Николай Валентинович Фольгуев. Он старый, который у меня уже были, они не рабочие магнитофоны, Маяк 205, он его так поставил, что он мог работать. И начали мы оцифровывать, оцифровали. И теперь
Теперь то, что было начитано, Златоуст, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, Жития святых, наши книги, ни один человек может знать наш сайт. Это все выставлено на сайт. Раньше был какой-то Барнаул, этот сервер исчез, а теперь вот такой. Наш сайт теперь называется 3W к истине, латинскими буквами, вместе К стоит. Опять там 3W.кистине.народ.ру. Если один, народ один. Народ один. Кристине один. Вот. Точка дальше на народ. И ру. Если его человек откроет, а там первая строчка, нажать здесь, выходит на форум. Правее, нажать здесь, выходит на YouTube, на наш канал. Это все через сайт. После сайта, теперь сказать, когда именно этот сайт появился, потому что первые в интернете наши книги появились 2 или 3 книги. Это для меня было потрясением. Я нигде не могу увидеть. И когда вели занятия в техническом университете, я познакомился, кто имеет доступ к интернету. И они мне открыли и показались наши книги. Я не могу выразить той радости. Но когда судились, один из тех, кто против нас был, Лавриненко, он говорит, а что у вас такой бедный? А там больше ничего не было. Не видел он сегодня, если бы он зашел. Это все книги выставлены, аудио, видео, фильмы от нас. И все. Это не высказать, какой наш богатый сайт. Может, скажут, вы берете на себя лично, но могу подтвердить уже, никто не отрицает, наш сайт самый, может, тяжеловесный в мире. Чтобы исходил от определения, не где-то нацеплял, а свое. Там только 50 книг аудио. Сайт укажет на наши ролики. Ролик это не просто так. А у нас там 6500 роликов. Тысяч! Ты маленько представляешь, что это такое? Все книги там, все Потеряевки, 1000 фотографий, это все на нашем сайте. Поэтому сегодня день благодарения за того, кто изобрел вот этот, Бог открыл ему. Тим Бернерс-Ли. 3 слова. Тим это Тимофей. В каждом томе «Открытым оком» у меня около 3000 ссылок на Библию. Как бы я печатал? Но нашелся человек Тим, ха, Тимофей, ха, вьетнамец, учится в МГУ, и вот этот поисковик сделал, я теперь библейский поисковик, я из него что нужно, сразу раз откопировал туда. Вот у людей как-то, вот, ну, я не знаю. Я говорю, ты знаешь, кто это сделал? Пользуешься? Пользуюсь. А кто? Да зачем мне это знать? У меня ни одной минуты не было. Я сразу, кто это изобрел? Да как он мне помогает? Я не вижу где-то Виктора здесь. Только что отошел. Вот. Виктор, он, я говорю, ну найди мне его, он нашел его. Я ему послал подарки. Как ты помог? А он вьетнамец. И что интересно, все изобретатели не православные. Еще один урок нашел я. Сидеть будем, чтобы никто не слышал, не видел по-монашески. За нами ничего не останется. И может в жизни, говорит, ни следа ничего, только наследили в чистой комнате. Тим Бернерс-Ли. Я его не знаю, где он в данный момент. Не знаю, где находится Мартин Купер, но мы каждый день в молитве произносим их имена, они живые. Господи, воздай им добром и обрати их, откроем истину Твою. Они не православные. Мы каждое утро молимся их имена, поминаем и Тимофея Ха. Почему? Если нет благодарности, то ты далеко не поедешь. Это тоже надо знать. Благодарность Богу, а потом и людям. Благодарность открывает нам новые окна с неба. Возблагодари. За все благодарите, Господь говорит, тем более за добро, которое Он нам дал. И вот наш сайт послужил к тому, что стали говорить, надо форум. А я не знаю ничего. Я говорю, а зачем он? Ну это как площадка, где люди будут свои мнения там решать, могут даже поспорить. Вы знаете, сколько общин образуется во всем мире? Общин образуется. Да вы понимаете, о чем говорить? Она одна община такая, больше ее нет нигде. При ее свободе, при том, что мы имеем по всем параметрам. И так, конечно, было, никто нет. А кто первый говорил, они просто ушли. На форуме у нас сейчас насчитывается 2555 дней. Я посчитал, делю и прямо ровно 7 лет. 7 лет сегодня нашему форуму. А сайт выходит, ну, на год примерно раньше. Так, рождение его точно неизвестно когда, потому что отдавал, когда-то ставили. Ну, не знаю. Саша, может быть, сказать где-то, может быть. Больше, чем год.
Однозначно. На форуме у нас сегодня 706 зарегистрированных за 7 лет. За год получается по сотне. Которые зарегистрировались, и они могут теперь выставлять свои материалы. Но никто не выставляет, почти никто. Каждый день к нам заходит в среднем 350 человек. Это побольше, чем здесь. 350 каждый день. Вот Алексей, может, раздавал, и вдруг в этот день у меня 520. Но я знаю, вернулся. Они один раз заглянули, им это не надо. Ну как в магазин, мимо магазина. Внезапно один раз в 20 раз увеличилось. Я говорю, что случилось? Прорыв или обман какой? В 20 раз в один день. Это много. И так и не узнал. А потом, оказывается, в этот день выступал Дворкин против меня. Да как я ему должен благодарность? Женщину подставили, чтобы закрыли лагерь. Натравить на нас Роспотребнадзор в Москве. Поступила оттуда аудиозапись. Я теперь сместил, вот оно, оказывается. То есть всякая антиреклама, это реклама, притом очень сильная. Люди ушли, но на 100 человек больше сразу стало. Было там, допустим, 180, стало 320. То есть побольше стало, и эти уже наши клиенты. Так вот, про форум сказать еще хочу. У нас там 1602 темы. Почти все темы пришлось нашим создавать. Название ее, а дальше следующий приходит, зарегистрировался, может зайти. Нет, нету. 4 месяца и не 300 человек заходит каждый день, 320. И ни одного выступления нет. Почему? Стол шикарнейший. Если написано «Патриархия», там все. От основания до сегодняшнего дня. И как выступает патриарх, его литургия, как он канон Критского считает, патриарх Кирилл, Алексей. То есть прямо взято. Я как будто бы стою в храме. Вот он в Барнауле был здесь, патриарх Кирилл. И так, как он идет, и как люди, как подходит, как благословляется. Интернет он переносит, как бы называется, сегодняшний момент, онлайн, кажется, называют, да? Непосредственно сегодня. Откуда вы это увидели? Нам показывают сегодня свитки, из чего переведена Библия у нас. Где бы мы это увидели? Кто бы знал? Книга-то напечатана, кто бы знал? А вот сегодня, на сегодняшний день, вот, 1602 темы. Это тема одна, по ней все. Если бракосочетание, все. Как мусульмане венчают, как григориане-армяне, как у русских, наши все свадьбы, все там выложено. И это знает не один, не два человека. Я сейчас скажу, сколько знает. Которую Потеряевке была свадьба. У нас открыт еще «Мой мир». «Мой мир» и Mail.ru. Мне чрезвычайно нравился этот, я не знаю, как ресурс или как его назвать. Но его, видимо, придавили власти и там убрали. Можно было 3 щелчка сделать. У меня 10 тысяч друзей. И они одновременно все получают от меня 5 тысяч знаков. 12 фотографий. Это вообще было так. Но обрубили, теперь по одному я ковыряю, сижу там. Почему? Потому что всякую пакость стали против правителей. И, видимо, все-таки зависимость, они не совершенно свободны. Это. Я так понимаю. Чего бы ради не убрали это. Но и все равно он очень хороший. В моем мире у нас... Пропаганда ИГИЛ. В моем мире на сегодняшний день 5206 роликов. Это в моем мире. И выставлено 17 971 фотография. И при том это все бесплатно. С нас еще не берут деньги. Бесплатно. А сколько человек смотрит? А вот теперь мы посмотрим. На Ютубе. У меня подписчиков. Это которым вот я сегодня ставлю ролики. И сразу у него на столе он. 6096. 6000 человек. В этот же день получают ролики. А это я меньше 5 в день не ставлю. 5-6 роликов это среднее. Каждый день. Там начитанное, там события дня и прочее. И посещаемость у нас на сегодняшний день 5 миллионов, не тысяч, 229 тысяч 940. За какое время? За 7 лет. Ну, я YouTube-то попозже вернулся, наверное, уже 4 года, 3 лет где-то за это время. Ну, а так как с YouTube-то переходят на другие ресурсы, там, ну, очень легко и на сайт перейти, и на форум. То есть, вот эти люди, которые просмотры, это столько раз открыли наши ролики. Каждый ролик – это фильм. Что такое ролик? Разное. Ну, смотреть 2 часа можно. Ну, вот была инаугурация нового президента США Дональда Трампа, у него
ролик там стоял 7 часов 54 минуты. Ролик один. И я как будто среди них был, потратил время, посмотрел. Грешный человек. Это не мешает молиться. Потому что молиться мы даже везде. Сделайте, чтобы потише шумели. Они все равно не слушают, может дверь закрыть даже. Вот эти 5 миллионов людей, которые заходят. И среди них проникают те, которые всячески хулят нас, общину. Ничего они не знают. Вот мы с детьми собираем ягоды. Секта. Сколько их развелось. Ягоды собираем. Секта. Я еду с бульдозеристом. Прикрой тогда. Нет, маленький. С бульдозеристом по деревне еду. Первый раз сел, потому что ехать там по траве, велосипед не идет. По деревне едем. Дома показываю, я снимки веду. Идут коровы. И тут комментарии. Секта. И где только они не проникли. Значит, кто секта? Бульдозер секта или корова? Даже понять невозможно. То есть вот эта дворческая отрыжка, блевотина, затопила все. Ничего не знает. Но я православный. Ну ты православный. Ну только сейчас ролик снимает и мат за матом гонит. Ну я пойду исповедуюсь, батюшка все с меня грехи снимет. Другой пишет, мы молодые два друга. Ну опять не удержались, напились, блудили неделю, говорит, всю. Ну в воскресенье пошли, батюшка все с нас снял, мы причастились. И на следующей неделе опять. То есть церкви нет. По крайней мере там, где вот это есть. Святые черти. Если ты в блуд пал, с 7 до 15 лет священник должен разобраться. Меньше 7 лет нет отлучения от причастия. Невенчаны, который жил там, все. Это все каноны наши усмотрели. Мы православные. И по православным канонам мы теперь палочка видим. Наоборот. Многие начинают искать. Вот у меня почти каждый день беседы приходят. Но я их иногда даже не спрашиваю. Они говорят, я вот такому-то принадлежу. И из Австралии, с Америки, с Великобритании. Нет страны, с которой бы не заходили. Мы сектанты, как вы называете. Конечно, нам обидно было, но сейчас мы православные. Я теперь уже там крещение, полное погружение добился, нашел священника. Теперь вся наша семья здесь, вот помолитесь. Да где бы кто знал про книги? Кому бы я мог сказать о втором томе? Здесь говорим мы сразу на миллионы. На миллионы. Так это только мы сказали, а эти люди-то еще куда понесли. Они иные говорят, и мы, говорит, сейчас копируем и новый сайт делаем. Сайт это очень дорогостоящее. Напоминаю, болящий, парализованный. Лежит. Сергей. Сергей. Сергей Козлов. И он, ничего мне не говоря, увидел какие-то у нас там, ну, изъяны, так назвать, может сделать более доступным. И он решил сделать сайт. Нанимает, я никого не нанимал ни копейки, из Израиля и соединяет с Белоруссией. И они работают, когда деньги надо платить, да вам зачем знать? Я говорю, ну все-таки, 300 тысяч выложил. При моей пенсии 6500, но явное дело, что... И этот сайт, другие люди, которые наши, я данные, это не касается, это совершенно отдельно. Другие копируют и показывают. Одни хорошие, другие плохое. Вот сегодня день сайта, это нас, особая одна страничка, как бы, это день благодарения. Чтобы за 9 лет вышло 38 книг в бумажном варианте, каждая книга 752 страницы, в каждой книге 64 страницы цветных фотографий, 3000 ссылок в каждом томе, да еще 3 тома в интернете только версии. Это абсолютно невозможно без компьютера, без интернета и распространения. Совершенно невозможно. Раньше, когда я печатал на Украину 2 на машинке, самое большее, тусклое, там можно было папиросная бумага, 8 экземпляров. И я рассылал крещение во всей епархии. И наконец сейчас строят купели. Все равно шевелилось где-то. Но это совершенно другое. Там каждая копия тускнее. Здесь 1000 копий, все одинаковые. Не лучше, я не мог никак поверить, что она такого же качества. У меня твердо здесь, копия это всегда хуже. И можно сделать даже цветное копию, у меня, допустим, бланк цветной, фиолетовый, можно снять. Снять и послать. Поблагодарить Бога за изобретателей, я назвал его Тимофей и Мартин. Слово сказать это никто не знает. Я выступаю в огромной аудитории. Управление милиции. Все офицеры сидят, рядовых нету. Человек мне говорили, сколько, 700. Я задаю вопрос. У вас вот
Здесь нашивка есть, триколор называют, флаг российский. Что он означает? Он у нас на окно, посмотрите. Ни один не ответил. Это как надо быть безразличным тому, что у тебя уже здесь, уже пришло рядом здесь. Я же тебя не спрашиваю про американские звезды, Штаты. Я говорю, это лучший в мире флаг. Он не человеческий, божественный, вне религиозный, вне временный, вне национальный. Красно, все буддисты и мусульмане, все рождаются в крови и в крови умирают. И вся жизнь идет на крови. Согласны? Конечно. На второе, всем Бог заповедал искать небесного, помышайте о горнем. Вы верите? Мусульмане, буддисты, все ищут небесного. И к небу поднимают взор свой. Согласны? Согласны. А третье вам недостижимое. Только у христиан. Великий велу, белый престол, в каком они идут. Это проповедь. Ни у одной нации такого флага нету. Полюбите его. Это не человеческий флаг. Это проповедь. Ты родился, думай о небе, ищи не плотского только. И знай, предстанешь на суд Божий. Это живая проповедь. И не перевернутом состоянии, не в таком, не как у французов, он вот тоже такие знаки, но вот так, он уже ничего не значит. На Украине там желтый, подсолнух, в Германии там черный, это русский угледобытчик какой-то там. Здесь небо и страшный белый престол. И я это никому не мог бы сказать, если бы не интернет. И сколько отзывов. Мы встаем всегда в 4:40, а мне надо разобраться с почтой интернета. Я встаю почти на 2 часа раньше. До 4, когда встанут наши братья, чтобы начаться, чтобы разобрать почту и ответить. Сколько за последнее время пришло из сектантов, я даже не считал. Да коте люди, мы говорим, другим говорим, другие приходят, услышали. Иногда приходят, ну, не одно, не два семейства. И мало того, они заказывают книги. И наши братья только успевают относить. Принесут опять. А как узнать? Как? Ну, раньше предоплата никогда. Так, я даю данные, ознакомьтесь в интернете, заказывайте книги и сразу оплачивайте. И покажите квиток. Здесь они у нас в интернете, я смотрю, квиток оплачено. Я не иду туда получать. И сразу же посылаем. Вот только что говорила, как в Испании задержка была. Все получили. В Испании получили, в Дании дошло, но там что-то держат, он говорит, никогда этого не было. Переспрашивают и деньги взять, подарок или не подарок. Я автор, я подарил. То есть труд мой, это не стоимость это. Стоимость разве это можно вложить? Я 50 лет потратил, чтобы сюда заложить это. А потом выложить сюда. Посмотри, какое издание. Ламинированное. Какой вид. Каждая книга, ты где они? В библиотеке Ленина. Видели у президента Путина. Вот они, какие фотографии, насколько они четкие. Даже просто показать, похвалиться-то. Кто бы знал, как меня арестованного ведут. Не один, а сейчас весь мир знает. Это я арестованно иду. Вот напротив нас здание краевого суда. У нас одна наша Игорева жена там работает. Я не знаю, тем, как вредный секретаря. Начальник отдела кадров. Я у них был, подарил эту книгу. Это в их здании. Я меня выводят. Вот он. Так здесь сколько информации. Все, что писали о нас районные газеты, все наши уставы, что краевые, что общесоюзные, что за рубежом, все здесь. Эта книга из одних буквально документов. Для слова Божьего нет уз. Вы слышали такого проповедника, радиопроповедника, Арьял Николаевич Пести? Я с ним переписывался. На днях получаю письмо, и они могут, может быть, даже летом приехать. Он наказывал, теперь его уже нет живого. Я первый, которого по радио услышал, его услышал. Это человек глубокой веры, но протестант. И я ему все об этом написал. У меня единственный случай был, когда в вагоне ехал, я включал, с собой набирал кассеты, которые это... Назвать не кассетно, а катушки. Катушки. Ну, небольшая, 375 метров, это 8 часов 20 минут. И один мужчина сидел и говорит, вот я не верующий, не верю. Но я верю, что вот тот, кто говорит, это верующий. Это верующий. Есть такое стихотворение у мой поэт был, он пишет про беду проповедника. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе небо являлось, дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. И когда он закончил, мальчик его толкает, что ничего нет, он обманул, пошел, говорит, тебя слушали здесь старики, пришли какие-то путешественники там, ну. И он говорил им, замолк, грустно старец, главой паникая, но только замолк он,
от края до края. Аминь ему грянули камни в ответ. Вот такое не напишешь без веры. И ты просто представляешь, как он слепой говорит, слезы текут. Это длинное стихотворение, я его мог бы рассказать, но просто ни время, ни место. Я, мальчик вернулся, уже заря догорела золотая, и он его толкает. Никого нет, все разошлись. Замолк, грустно старец головой поникая. Понимаете? И это все, вот что я говорю, это тоже будет в интернете. И доступ людям будет до этого. Недавно батюшка говорил, зачитывал там 9-й номер журнала «Покров» Метрополии местной епархии Барнаульской. «Покров» — название журнала. И там выступает о разных религиозных течениях и о нас. Говорит доктор богословия, профессор такого-то университета Павел Бочков. И говорит, там по-разному к нам относятся, но тысячи людей пришли в православную церковь через то, что я говорю. Это чего-то, говорит, стоит. И ни одного отзыва ни от кого не было. Не менее удивительно, что с новым митрополитом отношения настолько изменились, что нынче, когда мы перед отправлением о лагере дали объявление, они его в храме на дверь прибили там или как. И батюшка приходил, говорит, гляжу, наше объявление. И никто не снял. А до этого были как? Объявления на столбах посылали семинаристы, они рвали их и писали ересь. Не пойму, столб ересь или бумага. Как лагерь ересь. Сегодня положение совершенно другое. Попутно сказать, что 26-го будет прощенное воскресенье. Прошу, кто может. У нас всегда было это. Пойти в Покровский собор, там будет богослужение, прощенный чин. Ну так было. Не всегда будет этот архиерей, его могут убрать в любой день. Обстановка резко может измениться. И нынче он такую характеристику мне дал, когда запросили, все сразу отстали. Показал, говорит, они имеют общение со всей патриархией через нашу митрополию. Все написал, как есть, и вызвал уважение. И это стали везде перепечатывать и показывать где-то. Я о сайте возвращаюсь сказать. У кого нет совершенно выхода никакого, иногда хотя бы к кому-то приходите. У нас настолько богатые материалы, что это вызывает удивление у всех. Через интернет найди новые люди. Вот мысленно так закройте, говорится, глаза. Вот сюда, в это здание, вот где мы сидим. Приходил, тогда в почете был профессор академии, как его назвать, диакон всея Руси. Отец Андрей Кураев. Вот он здесь, с этого, отсюда книги брал. Остатки я ему посылал. Он был. И вдруг он где-то выступает, непонятно где. Но видно, там люди кашляют в зале. И он задает им вопрос после этого. А кто у нас вот, из современников, самый известный, самый продуктивный, самый то другое, миссионер? Вы знаете? А кто еще знает? И он называет меня. Я, конечно, себя так не называю. И сразу вопрос, а где? Да в Барнауле. И дальше он говорит. И говорит, видя, что знает. И этому человеку, говорит, разницы нет, кто перед ним. Он вообще их не видит. Написано, и он возвещает. То есть все это в пророческом духе. А я не могу этого сделать. Я думаю, что епископ скажет, меня не задвинут никуда. Так и получилось. Я говорю, теперь ты свободен, выйди. А вот это, что он сказал, Андрей Кураев, к нему хорошо относятся другие люди, смотрели на меня, сразу же пошли. А где вы находитесь, а можно ли? Все книги запрашивают, отсылаю. И обращаются из близких мне людей из Красноярска. Преподаватель государственного университета преподает в академии и ведет занятия при епархии. И у нас очень близкое отношение, но мы не встречались. Можете молиться, Юрий Соболев. И он, понимаете, он столько сейчас переживает, где на него нападает. Он отвечает так, как слышал, как в книге есть. Опровергнуть не могут, но могут даже убрать его оттуда. Уже сколько раз покушаются, но никто его не трогает. Видимо, архиерею как-то показывает, что он есть. Вот начинает, вот главное, вот тот, он главное писание. Как это по писанию выйдет? То есть у него авторитет Библии установлен абсолютно прочный. Как бы это можно было, не интернет-то. А тут зацепил Андрей Кураев, он был, знает, читает книги. Игнатий, говорят, то другой, да Игнатий ничего не придумал. Он просто забытое нами целые пласты поднял. Ваши мощи, вот что говорите, он говорит по Библии. А сегодня как нанотехнология в каждом доме, чтобы все мощи были. Где вы это нашли? Где нашли, что резать? Игнатий, ты не говори другого-то. Святых было много, которые запрещали прикасаться даже. Ну одно,
Но самый большой на земле по чину это патриарх. И ему никто не указ. Но вот один умирает и говорит, от меня ничего не берите. И говорит очень почитаемый в православии человек, 1 сентября память его, Семен Столпник. Но патриарх решил на память несколько волосинок выдрать у него. И рука сразу же отсохла. У патриарха. Он скорее волосинки назад и все. Что непонятно-то? У патриарха. Не говорят там, а эти простые сидят там, показано, как они ноги отпилили, теперь как обмывают, а себя куда воду девают, куда пьют, причащаются ей. Люди так на это говорят. Ну, понятно, что тут. Но вы не думайте, что я говорю выдумки. Зарядите у Дмитрия Ростовского Афанасия Афонский. Он почитаемый, Авва, все. И вдруг у них несчастье случилось. Он пришел с комиссии с какой-то, видимо, проверять, как стройка идет. А там кирпичи на лесах. И когда он был с комиссией, 6 человек и он. Это очень авторитетная комиссия. Леса подломились как? Происками дьявола. Ну а сегодня инженер по охране труда, по безопасности. Его посадили за это, да? А там никого нет. И они 6 убило сразу. А он там под кирпичами, под блоками лежал и кричал. Наконец его вытащили, он несколько раз захнул и умер. Но это все бывает. Но дальше его одежду вымачивают. Вымачивают и пьют. Христиане. Это Дмитрий Ростовский пишет, как похвально, такое уважение. Когда кровь животных, гематоген нельзя в рот брать. Я придумал что-то? Нет. Ну ты считай, смотри маленько, глаза открою. В другом месте брали причастие, тогда в руку давали причастие. И уходили, к родственникам на могилу клали причастие. Неужели я должен соглашаться? Я все беру из жития святых по Дмитрию Ростовскому. А теперь люди, которые по интернету это знают, говорят, мы теперь совсем по-другому смотрим. Уже 6 часов 12 стоят поклонения Матроне, я не пойду. Я знаю, что если я признаю святой, я могу дома помолиться. Зачем мне туда идти? И с какими просьбами? Батюшка рассказывает. Житейские все. Замуж выдать, сын запился, ну и прочее такое. Интернет для желающего дает очень много. Я сказал, что самый большой соблазн в мире положил Христос. Самое большое разделение друг против друга Христос. Он сказал, всеми разделятся, и кто не возненавидит отца и мать, недостоин меня. То есть вызывает ненависть, а без этого не спастись. Не играй в любовь, любвисты. Ну и Библия показывает, сколько... Ну мы нормальные, хорошие люди, все, и вдруг понимаем по-разному. У нас это разделит все. Нам никогда здесь не будет. Интернет – это свалка, куча мусора. Сегодня. Там все показывают. Все, что можно. И блуд, и аборты. Даже сказать, не, ну, назови что-нибудь, все показано. Но там есть только хорошего. Допустим, Иуда Бен-Гур, Камы Гридеши, фильмы, Иисус, Моисей. Сейчас только раз давно, ну, буквально через минуту фильм на столе. Бери, смотри. Вот я желаю сегодня конкретно узнать о чем-то. Но люди, видящие эти, они сразу вставляют рядом свое идет. Сегодня интернет наполнен такими вещами, что земля не круглая, а плоская, как столешница. Ну никто не знает, а в мире-то минимум 4 миллиарда детей, как они верят, как преподают. А спутники, а ничего этого нет, это обман, это масоны. Я говорю, а как же космонавты летали, их 254 побывало там со всего мира-то, которые это. А они никуда не летали, это масоны. И Гагарина встречает, едет Хрущев, и по всему миру Гагарина встречает. И все это обман. То есть мозги запудрить очень легко. И при том вывести из этой лжи людей невозможно. Невозможно. Новые люди поставлены, которые доказывают. А что доказывают? Сколько от Солнца до Луны доделить, получается шестерки. Шестерка. Шестерка – это сатана. То есть надо очень осторожно обращаться с ножом, резать хлеб, но не человека. Пшеница очень хорошая, хлеб. Но не самогонку выгонять, а из нее как раз это и делается. То есть Библию считать, зато вот, говорит, не показывай написанное, дай смысл написанного. А смысл один. Смысл один. Доверься Богу. Исследуй Писание. Поставил учителей. Вот Алексей рассказывает. И уперся он, дальше его не сдвинешь. Почему? Заблокирован. Дьявол закрыл ход. Но твоя задача была не убедить. Написано, и поведут вас для свидетельства. Свидетель, ты сказал? И отошел. Он не принял. После первого-второго разумления отвращайся, еретика. И он развратился, будучи самоосужден. У меня себе приговор и подписал. Душа продана сатаны. Так а неужели имеет значение, какая земля круглая? Имеет. Потому что ложь вселилась. А она за собой тянет другое.
Ты будешь все время к лжецам приходить. Это лжецы. И узнаю, даже у нас люди есть, которые были у Стерлига и Германа, и там что-то нашли. Там ничего нету, кроме разрушения. Московская патриархия, вся еретики. Ни одного священника нет. Старообрядцы все еретики, старостельники все еретики. То есть он знает одного епископа, но никому не показывает. Он миллиардер. Успел схватить и отойти. Разговаривает с кем-то, хватает, тут бьет, все показывает. Он сумасшедший. И с ним сошел. Почему? Ложь. Сегодня, ну знаете, Щебаркуль, там как называют, мальчишка умер, 11-летний, Славик Крашенинников. И мать Татьяна там разворачивает, раскручивает, и он говорил, и вот в последнее время динозавры тут будут, они под землей сейчас живут. Ну кто в это верит? Верят. И у нас такие есть, которые верят. И дальше по кладбищу нельзя выходить. Там из могилы надо черпать, особенно женщин прямо в могилу затаскивают. Ребенок! И мне все открыто. Кто на земле что думает, я знаю. Там мать все описывает, книга официально. И теперь все это уже патриархия создала комиссию, рассмотрели. Ну, ребенок, бредни. И я знаю, о чем наши президенты думают. Ни один святой не знал. Ребенку, а говорит, это 8 лет. 8-летнему ребенку надо. Я знаю, где какая ракета стоит, это он говорит. И все это пишут и верят. Это уже не сумасшествие, это полный демонизм. Ребенку 8-летнему знать, где ракеты, зачем? А дальше ангелы будут летать, большие комки земли носить и будут там забрасывать чего-то. Он Писание не знает. Он осмотрелся, Змей Горыныч, там где, ну оттуда все это берет. И это интернет наполнен буквально этим. Так что бодрствуй, зайдешь туда в интернет, гляди, как бы не утонуть. Сеть. Но эта сеть относится, ну, в любой организации. У вас что, про сеть сказано? Нет. Поэтому никак не относись к интернету. К интернету относится по правде только христианство. Им Христос сказал, сделай ловцами. И вот у нас идет работа душа обратить ко Христу, уловить. Чтобы они познали Бога. Я ничего бы это не сделал, ничего бы не знал, если бы не наши дорогие братья. Я благодарен вам, не могу сказать как. В первую очередь, когда начинали, еще никого не было, это Саша и Алексей Загуляев. Все бланки, все он делал. Поэтому молитва тебе была очень искренняя. Но я просил, Господи, сделай так, положи ему на сердце, когда выздоровеет, чтобы ходил в субботу и на занятия. Господь додаст мне. Не то, что я условия ставил, просто мое желание. И поверь, брат, я говорил это по любви. Мне зачем? Тем более у нас такие хорошие отношения. Ну а дальше уже появляются остальные. Я не знаю, желают они, нет, чтобы называли. Не буду. Теперь вопрос. Как вы думаете, мне задают, вот у других такое есть или нет? Нету ни у кого больше. Нашему сайту написали гимн, и человек поет. Что-то есть сегодня на это? Не принесли? Кажется, кто-то что-то приносил сегодня. У кого? Песня. Ну, я ноутбук не принесла, принести, там я специально... Нет, чтобы слышно было, профессиональное пение. Да не надо, сиди. Колонки принесли. Я не знаю, я сегодня видел где-то. Видел, кто-то что-то приносил. А я... там мне не при... А там... Так, там нет еще этого? Нет, не записали. Ладно. Ну, не записали. Ладно, в другой раз можно посмотреть. Да. Чтобы сайту был посвящен гимн. Я обращаюсь полгода, у людей там много. Ну скажите, где-нибудь вы встречали? Человек, который с нами не встречался. И не нашего круга. И он был буквально весь вобран нашим сайтом. И пишет стихотворение, и ищет людей, в другой город едет, и артист, я не знаю, там с театра или где. Ну, один раз прослушаешь, и ты поймешь. Это большой артист. Как он поет по свете Библии. Поем об истине. Во свете Библии. Он взял за основу и дальше говорит. Так, наш сайт необыкновенно тяжелый, то есть много нас загружено на форуме и на ютубе. И я каждый день об этом молюсь, о всех тружениках. Вот несколько лет назад мы вот здесь фотографировались, когда отмечали этот день. Нас было 11 или 12 человек, а на самом деле, видимо, где-то около 14. Кто организовал, кто финансирует, модераторы, администрация, кто собирает материалы, кто заказывает, кто ставит, это все... У нас целый коллектив работает. А мне приписывать не надо. Ну, я сижу там, открываю, который, да, действительно, собираю данные, ролики, беседую где-то, но одному ничего не сделать. Бог так благословил.
Из тех, которые у нас работают, не было ни одного сбежавшего, ни одного перешедшего в стан врага. И за нашим сайтом очень охотятся. Мне сообщили в одном месте, но насколько это приходит, любыми путями, а чтобы зайти, надо ключ знать. Человек приходит и говорит, ну я сразу, там сколько, 50 тысяч даю, только дайте то-то. А теперь, как это войти туда, еще добавим 50, чтобы пойти разрушить. Ну, хозяина дома нет, ключ открой, теперь можно окна перебить, холодильник порубить и прочее. За нашим сайтом охотятся. Это прямо говорят люди, к которым приходили, ну, я не знаю, были ли деньги. Мне говорят, да у него ничего нету, этого человека, он просто такой. Он бы рад, но ничего нету. А ключ-то у Господа, будем молиться. Да, у меня был один раз, Mail.ru взломал один мусульманин. И он там начал выставлять свои материалы, как будто это я. И, ну... такого ваххабистского толка, призывают там к терроризму и прочее. Я ничего не могу сделать. Ну, давай там в Mail.ru пока. А в это время у меня близкие знакомства с этой женой Мулы, Самира Тагиева. Я на нее. Она сразу на него вышла. Ну, говорят по-русски. Как она начала его? Вы маленько-то посмотрите, куда вы пришли, что вы делаете. Разве наш Аллах велел так делать? Да будет благословенное имя его, это пророка. И он сразу, и главное... вернул шрифт, то есть ключ опять вернул мне, подложил перед дверью и ушел, я так называю. Ну, я начал с данного регистрироваться и не могу, мое имя не проходит. Пришлось везде однерку поставить, сейчас Игнатий один, Лапкин один стоит. Я понял, в интернете зарядил, ну, какого-то, Иванов. И оно выдало 3,5 миллиона Ивановых у нас. Игнатий Лапкин зарядил один, больше нету. Нету. Ни в контактах, ни в Ютубе, нигде нету больше. Бог так сделал. Цифру один-то я поставил, чтобы пролезть туда, получилось, это соответствует действительности. Не то, что там добрые, святые, нет, а просто редкое имя и фамилия не Иванов. Мне, что дал мне этот вот, когда я вот книги писал для интернета, я провел за 9 лет, которые вышли книги, больше 30 тысяч часов за компьютером. Когда я кинул по годам, получается каждый день, считая и в субботу, и в воскресенье, не меньше 14 часов. Скажи, нормально это? И я еще вижу, а что? Вдруг у меня такая тяга появилась, морковка. Морковку взял, ничего не дать, нет. И как бы кто-то мне подсказывает, я не слышу ничего, что надо мелко-мелко тереть. А это каротин, которое лекарство, которое дает закапывать. Но я против лекарства, а морковку с удовольствием. И утром, и в обед, на вечером обойдешься. Ложку меду. Вот как бы Бог делает. И сразу нашлись люди. Когда мы поехали, понимаете, мы поехали отдавать, а денег нету. И вдруг заходит человек в интернете. Я не знал, что он заходит. Дмитрий звать. Могу и назвать теперь уже прошлое дело. Может, он не узнает, что назвал его. Фамилия-то съедобная такая. Булкин. Понимаете? И он спрашивает, деньги возьмете? А я на книги издавал, не хватало там. Я говорю, да я уже книги больше не издаю, уже прекратил, другим занимаюсь. Ну, на что-то другое, я говорю, у нас миссионерское путешествие. Ну, я это и сделаю. Ну, на него и тратьте. Сейчас не помню, 100 или 150 мне сразу скинул, тысяч. Я иду и думаю, такая пачка, как у меня будет много. Хорошо бы самой большой ассигнации 5 тысяч дали. Когда подошел к кассе там получать-то, она тысячами выдает. Я стою, ну не буду ей говорить-то. И вдруг она на меня посмотрела и по пятеркам начала откидывать. Это совсем немножко. Бог как делает. Другой раз, когда поехали, совершенно незнакомый человек был. Мы не встречались. Он перекидывает 200. Поезжайте. Но мы зарядили 444 тысячи, потратили на бензин только. Да. От Тихого до Ледовитого океана. Что спрашивает-то где-то? Это Бог делает. И все связано с интернетом. Новые люди, многие священники, многие просто, которые сочувствуют. Я, говорит, не могу сам выступить. Ну, на днях только один митрополит там мне... Он, я вот зашел и взял. Ну, я с вами полностью согласен со всем. Ну, мне нельзя выступить. Понимаете, ну, а мне я ничего не теряю, у меня вообще ничего нету. Некоторые угрожали, что там было, Господь хранит. Так что помните о нашем сайте и все, что с ним идет. Эта работа идет. И в этом вы будете участники. Павел говорит, молитесь обо мне, дабы я был возвращен вам. Это тоже участники. В средствах мы не нуждаемся. Не нуждаемся, то, что у нас все есть. Средства нужны, но нужны для чего-то, для другого. Вот нужны было мне
диски купить. А они, я не знаю, 3,5 или 4 тысячи один диск стоит-то. Сколько? Нет, я имею в виду по лагерю-то нужны средства. Ну, ничего не надо. Не надо, да? Так, все теперь. По лагерю это все закончено. Это отдельная будет тема, не сегодня. Угу. По сайту, если кто-то что-то имеет, выступить, призываю к активным действиям. Люди нуждаются в вопросах и ответах. У вас будет, может быть, даже своя страничка. На нерв захожу. Жорина заходит. Нинель, или как она там называлась? Гляжу, да это наша сестра. В моем мире. Та была? Да. Была. Богатый? Богатый ресурс. Приятно видеть, когда молодые люди заходят и думаешь, ну покажи, Господи, что самое для него важное. Я знаю, могу сказать, кто заходит. Люди. Даже глухонемой у Насти. Андрей заходит, и я кое-что ему сбрасываю. Так нет? Он говорит, ему полезно это. Я его не упрекаю, ничего. Просто даю материал для размышления. Вот заметьте, у немых, у глухонемых, у них есть жестами. Если ему охота песни послушать, он сейчас в интернете найдет, и там перед ним такие специалисты будут показывать. Библию считать будут на пальцах. Это специалисты очень высокого уровня. Пожалуйста. Мы все найдем в интернете. Какую книгу мне надо, какое стихотворение Некрасова, Бальмонта, что угодно, зарядил сразу тут. Некоторые книги у меня столь перенасыщены интернетным, как он 26-й том. Если бы не Евгений Евтушенко, мне бы ее не издать. 300 поэтов за 300 лет в России. Что сказали? У меня данных не было. Я у него взял, ему благодарен. Итак, когда все выступите, кто имеет что сказать, поблагодарить Бога за изобретателя, который это сделал, чтобы там, кто придет, не заблудиться. Много выступают святые отцы, что говорил Иоанн Златоуст. Все абсолютно в интернете есть. Любую проповедь Златоуста можешь найти. Спасибо, Христос, Игнатий Игоревич. Братья и сестры, подождите, подождите немножко. Я выйду. Я хочу... Куда пропускать? Выходи. А молодежь сказала, берегите от интернета. Берегите, чтобы сами не шарились. Они сразу, и сатана наткнет на то, что им не надо. Знакомство. У нас запрещено это. Залетайте, чтобы... Мне хотелось бы упредить тех людей, которые в интернете или здесь у нас могли быть смущены, введены в соблазн. Словами Игнатия Тихоновича о том, что Иисус Христос ввел огромный соблазн. Разделил всех людей на земле, на врагов. Но это, мы же должны понимать, как христиане, что это не так, но на самом деле. Потому что Господь изначально каждому из нас дал свободную волю. Самый бесценный дар. И одновременно самый страшный дар. Потому что если мы не сопрягаем свою волю с божественной волей, вот тогда и будет разделение. Тогда мы отходим от Христа. Помни Господа Иисуса Христа. Ранами Его мы исцелились. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. На кресте Господь своей смертной, своей крестной смертью Господь связал дьявола, сатану. И мы теперь, если не спрягаем свою волю с божественной, тогда мы подходим на то расстояние, когда нас ловляет этот бес, его клеветы, этот дьявол. Вот тогда и получается это разделение. Когда мы помним о смерти крестной Иисуса Христа, то мы не согрешаем. Тогда нас ничто не отделяет от Христа. Возвращаясь к сети, к интернету. Раньше у нас проходили занятия в различных учреждениях, в том числе в техническом университете. Потом это было прикрыто благодаря, в том числе и священству МП. Но сейчас проходят занятия опять же через интернет. Брат наш Сергей Павлович проводит эти занятия. Присоединяйтесь. Скажи, когда занятия? Сегодня? В среду и в пятницу. В среду, в пятницу и в воскресенье в 6 часов. Вон он. Его найдите, попроситесь, он вас подключит и можете полтора часа. Сейчас по блаженному Феофилакту и полчаса вопрос-ответы. И еще Игнатий Тихонович упомянул брата Сергия, который 300 тысяч
дал на то, чтобы... Он не дал, я даже не видал, он сказал, сколько заплатил. Он, ну да, он... Ну, он мне ничего не дал, а именно так. Он узнал, он не вам дал, колонки, а... купили колонки. Плохой был глазок, который смотреть, и он кому-то что-то передал, купили. Это вообще добродетель, вложил, вложил в то, чтобы это дело развивалось, чтобы проповедь через интернет росла. Это человек, который лежит 14 лет прикованный к постели, и он это, ниоткуда ему эти деньги не дались. Он заработал их, лежа в постели и работая одновременно. А скажи, как он может парализованно работать? Работает он, только несколько у него мышц работает одной руки и кисть. И вот кисть кладет на мышь. Все скрученное, то он ничего не может взять, вот так. Да. И такими движениями он работает. Такими, сколько он претерпевает? Что работает? По 14 часов. Говорю, что он делает-то? Он работает, он пишет иконы. Он, кроме того, свой сайт у него есть. Он не пишет где-то сбоку иконы уже. Что? Он же не пишет иконы уже. А ты видел, как это делает? Ты заряди и посмотри, как он это делает. Я видел, как, но он уже не пишет, ну, что где-то год не пишет. Он не пишет, говорит иконы. Он ретуширует. Ретуширует. Он не ретуширует их. Это попробуй ты это сделай. У него своя методика разработана. Но он сейчас этого не делает. Да, я говорю, что он не пишет сейчас иконы. Завязал. Ну, он сейчас занимается сайтом. Да, занимается сайтом, да. И что? Ну, так он написал это, заработал эти деньги. Я говорю о том, что ниоткуда он не взял эти деньги. Ну понятно. Они к нему не пришли с неба, свалились. Это говорит о том, что кто щедро сеет, то щедро жнет. Молиться всегда о нем нужно, помнить его имя и нести его на руках молитвы. Ну и сегодня, конечно, продолжение нашего собрания будет песнопение, трапеза и занятие. Может, кто-то еще хочет сказать что-нибудь? У кого есть слово о сайте? Я скажу только, вот там называется аватары, ники. Это все ложь. Или не выходи, или ничего нету. Вместо себя ставит какого-то Эйнштейна, или храм, или машину, там колесо. Чего ты боишься-то, непонятно. Вместо своей фамилии кого-то, вот мою фамилию берут, все, и сейчас пойдем разбираться. Образует отдельный... я не знаю, как его назвать, страницу или как ВКонтакте. Как будто это я, мои данные, моя анкета, а я даже не образовал. Я туда зашел, а это не мое. Ну все, и одни хулы, одни матерки подряд выставляют и выставляют. То есть теперь только одно. Уничтожить это через... Кто там, администрация этого или как. Дело в том, что у нас есть в моем мире, в Одноклассниках, в ВКонтактах, в Фейсбук, там какие-то твиттеры, у нас везде странички есть, но я нигде не бываю. Живой журнал. У меня помощники такие, они там все это делают. Я даже никогда там не бываю и не знаю. У нас очень широкий диапазон. Когда начинал я это, говорит, Лапкин активно внедряется в интернет. Я не внедрялся, открыто у меня богатство. Сразу выложил, и все, и равных нет никого. Потому что предыдущие 30 с лишним лет я работал. Иногда говорят, вам хорошо, на вас авторитет работает. Но я этот авторитет, я создавал его. Что ты можешь сказать, если ничего нет? У кого есть слово, братья и сестры? Да. Я не по теме, чтобы не расходились. Кто хочет чай попить, мы накипятили кастрюлю чая, пирожки Надежда Васильевна там принесла. Можете с нами чай попить. Ну еще все события радостные. Елизавета. День рождения. Многое лето ей. Агния. Агния. Агния Елизавета. Многое лето им, здравия души и тела. Главное, чтобы достигли Царствия Небесного, работая здесь на земле. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло.
Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я и желающих. Как освободишься? Вот, подойди.